Найди Лунгарая. Три лагеря. Иди. Полегче. Слышишь, смотри, они где-то рядом. Давай! Тебя же трое, я не знаю, что делать. Укрытие, они еще здесь. Мы несем потери. Полегче. Спокойно.
Много мертвых, много печали. Лунгарая не найти. Мне надо найти Лунгарая, или еще больше ваших людей умрет. Лунгарай, может быть, он жив. Найди машины. Машины забирают камни из земли в Суатулу. Ты имеешь в виду бульдозеры? Лунгарай пошел, чтобы остановить их? Шрейн, Сунипей, найди их рядом с бульдозерами. Ты помогать уничтожить. Иди. Искать Лунгарая или Унипея, понятно.
Ну, нашел их! Огонь! Прикройте огнем! Ты в своем уме! Цель потеряна! Нашел, черт! Вот и патроны! Выигрывай время! Меня довольно! Прикрой! Я иду туда! Будет сделано! Они не могли далеко уйти! Нужно найти! Слышишь? Они где-то рядом! Убивать! Ты ранен. Ты ведь Унипей? Я могу помочь. Слушай, мне нужно найти Лунгарая. Ты навлекаешь на нас горе. Мне стоило бы заколоть тебя. Если у тебя есть совесть, ты поможешь сломать демонические машины. Тогда ты найдешь Лунгарая. Хорошо. Ни один воин к ним не приблизится. Оружие людей косит всех, кто дерзает. Теперь твоя очередь. Если ты не справишься, твоя смерть хотя бы порадует меня. Thank you.
Полегче. Многие мои братья убиты людьми. Освободи пленных. Лунгарай может быть среди них. Хорошо. Где он? Лагерь РДА. Ка, Нави должны быть свободны. Полегче. Освободи моих людей. Тогда я многие...
Смотри, вон они! Несем потери!
Идем. Поистине, ты Нон Цамсию, великий воин. Лунгарай, он зовет тебя. Ивовая тропа приведет тебя к нему. Здесь мы расстанемся. Тем, как ты сражался, ты оказал мне честь снаходец. Это честь и для меня, друг мой. Я расскажу о твоих подвигах. Эйван Гау. Полегче. Смотри, вон они! Thank you.
Есть контакт с врагом! Атакуй! Вас понял! When the Tareb Koshunzi, the Jayun Sak, the thing he went to life for.
слышишь? Это Кендра. Кендра? Хвала небесам, ты в порядке. Фалка зашел слишком далеко. Лагерь волнуется. Я попытаюсь найти безопасный канал. Держи канал свободным. Райдер, ответь. У меня всего несколько секунд на разговор. Фалка собирается озвучить, чтобы найти какой-то источник душ. Источник душ? Не может быть. Фалка собирается с его помощью уничтожить Нави. Я постараюсь разузнать подробнее. Похоже, у тебя есть еще один крот. Отбой. Человек, который не человек, и Нави, который не Нави. Головоломка, часть головоломки. Эй, вы! Увидимся, снаходец. Привет. Да, привет. Почему ты ходишь в снах моих? Долго ты меня ищешь, но получается, что я ищу тебя. Да. Для начала тебе понадобится Цке, чтобы сделать это. Найди энергию в камнях. Да, Эйва помогает. Ага. Насчет этого. Эйве вот-вот надерут задницу. Нам надо найти одно из этих мест скрытой силы, источник душ. Знаешь? Шрейн, ты ищи забытые песни, только тогда ты найдешь Витрая Равунонг. Но сначала мне нужны осколки. Да. Мы можем найти их на Ивовой поляне, но Татут наводнили священное место, поэтому Эйва послала тебя ко мне. Снова убийство. Они не оставляют нам выбора. Полегче.
получится. Хватит трупов! Приглядывайте друг за другом! Уважение. Идем. Есть контакт с врагом! Прикончим их! Вперед! Так точно! Куда они делись? Сосредоточиться! Мы попали в кучу переделок, парни! Это же просто прогулка! Сюда! Я вижу их! Силсан, три осколка, хорошая работа, но предупреждаю тебя, много песен нам потребуется, одна ива только начало пути. Да, 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 теперь я соберу эту песню. Что ты делаешь?
можно услышать созвучие от дерева. Осколки связаны с ним. Помоги найти созвучие. Созвучие укажет нам на спящий источник. Нет! Лунгарай! Он мертв. Его убили. Что нам делать теперь? Закончи дело. Найди созвучие. Я? Ты шутишь, наверное. Я ничего не знаю о созвучиях. Замолчи. Ищи созвучие. Сначала нужно разложить осколки, выслушать их. Они должны совпадать с песней. Сначала нужно разложить осколки, выслушать их. Они должны совпадать с песней.
это удивительно. Лунгарай увидел твой дух. Он не ошибался. Силсан Ангия. Это добрый знак. Мы должны вернуть эту песню к древу клана. Спроси совета у Тахи. Она узнает о твоих поступках. Утрата Лунгарая столь прискорбна, и все же вместе с печалью приходит надежда. Верит ли мне ушам? Песня найдена? Не знаю, каким образом, но да, я знаю созвучие. Песню, мотив, напев, как хочешь, так и называй. Эйва улыбается тебе. Прошу, спой для меня. Ладно, а не проще было бы насвистеть? Пой. Пой песню. Покажи, что тебе открылось. Пропой песню. Покажи, что тебе открылось. Хорошо справляешься. Это первый шаг на нашем пути. А сколько всего шагов? Найти место — первый шаг. Поговорить с Эйвой — второй. Этого требует Ньявы Мокрий — первый голос. Только первый голос может пробудить источник. Тогда все Нави смогут говорить с Эйвой. Раз в поколение среди нас появляется Ньявы Мокрий. Кто им окажется, предсказать нельзя. Может, это ты? Эй, дамочка, полегче с колдовскими штуками. Я просто связист. Путь к спящему источнику душ становится виден яснее. Поговори с Таньяло. Он укажет тебе следующую песню.
отправляемся к Тарук на ринг. Следующая песня ждет. Говорят, человек Фалко хочет убить тебя. Мы не дадим. Ты теперь тоже Нави. Спасибо, Таньяло. Войны не было в этом мире и больше быть не должно. К Тарук на ринг! Люди, они бегут от нас. Хорошее предзнаменование. Ха! Значит, они собираются, чтобы напасть с другой стороны. Возможно, Большой Би прав. Корпорация не стала бы отступать перед нами. Я думаю, это перегруппировка. Надо узнать, где собираются машины. Пусть человек занимается своим глупым делом. В лесу он долго не проживет. Уширайдер, под нами идут воины Аманти. Найди Аманти. Она мудра и сильна. Она поведет тебя. Встретимся позже. Удачи тебе, Таньяло. Скучаешь по родине? Учись видеть, снаходец. Ты пришел за осколками. Это подождет. Я слышал, войска эвакуируются. Да, но люди с неба уничтожают все, когда уходят. Даже зверей, запертых ими же в клетках. Эйва плачет. Так не должно быть. Я их остановлю. Будь начеку. Некоторые животные ведут себя как демоны. Твой народ изменил их. Они больше не разговаривают с Эйвой. Осторожней.
Учись видеть снаходец. Ah! 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 Ah!
Ты хорошо здесь поработал, но теперь ты должен идти к Бейдаму. Я боялся, что ты это скажешь. Он знает, что я приду? Нет, но он будет рад твоей помощи. Ну-ну. Смотри, вон они! Смотри, вон они! Убьем их в этот раз! Прикольно! Так точно! Yeah!
Отвлеки их! Я иду туда! Это подло, черт! Валите их! Кто-нибудь видит их? Нет, смотри в оба! Я могу как-то помочь? Тебе мой ответ не понравится. Послушай, хочешь ты или нет, но я тебе в этом помогу. Шрей, Татут грузит оружие в свои небесные машины. Они не оставят после себя припасов. Они об этом пожалеют. Врежем МБ! Бельдамо!
Надо освободить животных. Сделай это. Что, все? А как же спасибо за помощь, Райдер? Нет. Тут схватили моего полулукана. Они были с ним жестоки. Если мы залечим его раны, он будет сражаться рядом с нами. Ты из ума выжил? Каждый полулу, как его там, на моем пути пытался меня сожрать. Тем не менее, он наш брат. Мы вылечим его медициной Эйвы. В лесу множество лечебных трав. Принеси их мне.
Нужно... Отвлеки их! Я иду туда! Будет сделано! Куда они делись? Рассредоточиться! Есть контакт с врагом! Атакуем! Вас понял! Твое мастерство велико, снаходец. Пришло время ехать верхом. Прошу прощения. Он благодарен за твою помощь. Он окажет ответную услугу. Не бойся его. Танатор? Поверить не могу, что я в этом участвую. Дейдама ждет тебя. Да пребудет с тобой удача. Идем. А тут на священном звере? Неужели Эуа сошла с ума? Да, мы теперь с Усатиком друзья. Я не был бы так уверен. Бери свой осколок скалы и двигаем вперед. Спокойно. Легче.
А тут постараются провести свои машины через священное для нашего племени место. Мы их остановим! Надо делать выбор, Би. Стоит ли умирать ради защиты клочка земли? Не говори так, будто понимаешь. От тебя мне нужны действия! Поговори с Таньялом. Это все. Полегче. Идем. Вижу их! Ты не должен помогать нам, Ушрайдер. Твое решение многое говорит о тебе. Теперь надо найти последний осколок. Ушрайдер, тебе нужно понять мой народ. Есть места, где Эйва сильнее. Потерять такое место значит потерять все. Я понимаю. На что мы сейчас смотрим? Машины людей тяжелые и неповоротливые. Они уничтожат наши дома во время бегства. Нужно постараться этого не допустить.
Хорошо. Осталось найти всего один осколок. Лишь укажи, где он. Тебе нужно поговорить с Аманти. Она знает. Тебе надо отнести осколки к Иве, что находится за деревней Татут. Плохое место. За деревней? Лагерь? Почему плохое? Что там происходит? Дурные вещи, говорящие с демонами, звери, которые не видят. Мы точно должны проходить через них? Тан Яла и Бейдама пойдут с тобой. Вместе вы защитите друг друга. Кендра, хочу хороших новостей. Боюсь, их нет. У Фалка разыгралась паранойя. Он отправил охотиться за тобой целую армию. Отлично. Какие еще приятные сюрпризы? Устройство, которое они строят, это настоящая бомба с часовым механизмом. Нельзя подпускать Фалка к источнику. Я постараюсь сделать все, что смогу. Отбой. Полулуканов нет душ. Их забрали люди. Мерзостные твари должны умереть. Ты хочешь нам помогать или нет? Но если ты вот так вопрос ставишь... Чистое убийство. Осторожней.
противника! Прикончи их! Понял! Что это было? Пойду-ка по здоровью! Вот же они! Атакуй их! Готово. Ты просто хочешь заработать себе имя? Твой народ тебя не принимает, и ты идешь к нам. Послушай, я это делаю не для себя. Вини свою Тахи. Я только делаю то, что она говорит делать. Думаешь, мне это приятно? Хорошая битва, Уширайдер. Я знаю, где живет твой осколок скалы. В глубинах тропы Вулонг. Тропа Вулонг. И как ее найти? Тропа отмечена Нави, которые там живут. Ты увидишь.
Вижу их! Прямо тут! Живо! Живо! Заглянем им в глаза!